Здравствуйте. Макшаев и я, компания «Сотрудники полиции», мониторинг проводим. Кто-то вводит руководство? А что, не выходи, пожалуйста. Представили возможность фотографировать стенды. Ну, почему? Без проблем. Приходит человек, если не хочет фотографировать. Здесь может здесь фотографировать, да? Может, там? Здесь, может, здесь, может, здесь. На видео можно снимать? Да, ради бога. То есть без всяких документов. Выйти на улицу, вывести всех сотрудников, вывести с отделом, да, и задержать всех пьяных за рулем. Но просто имейте в виду, что на следующий день у меня в районе не будет работать ничего вообще, кроме милицейских машин. У меня ведь не будет работать скорая, пожарная, полиция, доставка хлеба в магазине, потому что трезвый после пятерки никто не выйдет. Пожалуйста, вы очень связаны с анкетой, но я озвучил то, что у нас было с вами. По поводу данной парковки. Согласно публичной кадастровой карте, данная территория является городской. Я бы просто хотел понять, сюда доступ граждан запрещен, вес на территории? Нет, вы живете, все открыто. Любой человек может там где-то закрывать еще. А когда закрывать штык-бон? Пока нормативное состояние не приведем документацию.
Да, нормативное состояние, это когда, предположим, вы на предыдущем законе, когда мы готовы, как чаще всего выходить. Да? Да. Все понятно. Все? Нет. Заработал? Да. Продолжаем? Да, на связи. Ясно. Буду выходить пораньше. Ладно, что?